Кофе будьте добры. Ваш кофе, пожалуйста. Спасибо. Черт, здоровый лосяра. На себя посмотри. Держи. Пойду доложу начальству. Кофе еще надо? Нет, спасибо. Алло. Это Романов, он так и не приехал? Нет. Плохо, очень плохо. Мы его с ночи не можем найти. Вот что, Полина. Будьте предельно осторожны. Если Гришин в руках у бандитов, возможно, вам скоро придется сменить место жительства. Теперь на прямом контакте с вами только я, запомните. Только я. Возможно... У нас в главке завелся крот. В общем, ждите моего звонка. Флешку берегите. И себя берегите. Все, до связи. Спорим за кадрю. Пошел. Женщина, сюда нельзя, вы кто? Кто это такая? Кто там? Мастера вызывали? По стиральным машинам. Наконец-то. Проходите. Можете не разуваться. Угу.
Я уже думала, вы не придете. Вот, смотрите, видите, программа не работает. Причем я ее утром загрузила, все было нормально. Потом смотрю, замолчала. Нажимаю, и дверь заблокировалась. А паспорт от машины у вас есть? Слушайте, да, был где-то, сейчас посмотрю. Вызывали, товарищ генерал? Проходите. По Гришину новостей нет? Нет. Мы проверили все возможные маршруты вчерашнего движения Гришина. Опросили всех друзей, знакомых. Никто не в курсе. Мобильный молчит. Скорее всего, симка уничтожена. Последний сигнал получен вчера в 22:13. Координаты соответствуют месту проживания Гришина. Скорее всего, это двор его дома. Проработайте все возможные варианты. Проверьте все места, где бывал или мог бывать Гришин за последний месяц. Разошлите сводку во все отделения МВД Северо-Запада. Произведите опрос всех постов ДПС и ППС. Охраны вокзалов, метро, автостоянок, бензоколонок. Если поступит малейший сигнал, что кто-то где-то видел Гришина, сразу докладывайте мне. Все, идите, работайте. Есть, товарищ генерал. Маша, ну ты чего дверь-то не открываешь? Дочка! Ну ты дома вообще? Ну что там, Иван Петрович? Жертва, скорее всего, была изнасилована, а потом задушена. Или наоборот. Нужна экспертиза. Ну да, ну да. Ну что, все? Там стиральная машинка на кухне. В ней белье все в пене. И включила, она не работает. Сломалась и не работает. Здравствуйте. Капитан Остапов. Ну, что надо? У вас в подъезде произошло убийство. Может быть, вы слышали что-нибудь? Какой-то шум. Ничего не слыхал. А кого убили-то? А, эту шлюху Машку. Извините. А почему вы гражданку Шкапенко называете шлюхой? Ну, шлюха она и есть шлюха. Как ее еще называть-то? У вас есть еще вопросы? Мы созванивались с ней сегодня утром. Договорились, что она приедет ко мне ближе к вечеру. Ну, я жду, жду, и нету. Я звонил. Простите. Ну, и вы сами решили к ней поехать? Конечно. Она такая пунктуальная, никогда не опаздывает, а если что, перезвонит. Дмитрий Иванович, а на этой фотографии это муж Марии?
Да, Григорий. Они в этом году развелись. А это Виталик, их сын. Григорий сегодня забрал Виталика, повез в деревню к родным. А Григорий где работает? В тюрьме, охранником. А Мария? Она работала? Нет, Григорий хотел, чтобы она дома сидела. Очень ревнивый был. Потом Виталик родился, а втроем на одну зарплату. Трудно. Ну и ссоры, скандалы. Ну и разошлись. А кроме финансовых проблем у них с Марией никаких больше не было? Да дело даже не в деньгах. Главная проблема – ревность Григория. Он был убежден, что у Маши роман. Однажды даже побил ее. Ну а что, действительно что-то такое было? Да и ни то, ни другое, что-то среднее. В каком смысле? Был слух, что у нее есть друг, механик. Вроде здесь работает, в мастерской за углом. Вот здесь поподробнее. Если знаете, фамилию скажите. Фамилию не знаю, а зовут Матвей, да. Но они не были любовниками. Во всяком случае, так Маша говорила. Да-да. А Матвей, он долго ухаживал за Машей, но она ему всегда отказывала, даже после развода. Ну да, конечно, слышал. Часа 3-4 назад Маша муж приезжал. Что конкретно вы слышали? Ругались они, скандалили. Потом как-то все резко затихло. Значит, муж... А у вас, извините, инфекция? Не-не-не, у меня аллергия на резкие запахи. Нет, вы знаете, мало ли, вдруг у вас инфекция. Извините, я не хочу заболеть. Мне на работу, да мне и сказать вам больше нечего. Фу, господи. Скандальный, да? Ну что? Пошли. Ой, простите. Вы заболели? Нет, я в полном порядке. Что вы, просто в этой квартире какие-то запахи резкие. Причем знакомые запахи, на которые у меня аллергия. Ладно, вернемся к делу. Ага. У нас два подозреваемых. Один любовник, он же механик, он же Матвей. Фамилия пока неизвестна. И муж, Шкапенко Григорий Николаевич. Надеюсь, оба будут в отделе в ближайшее время. Товарищ майор, 10 часов вечера, разрешите идти? И что с того? Произошло убийство, искать надо по горячим следам. Если вас это не устраивает, ищите другую работу. Знаешь, у меня такое ощущение, что она вообще никогда не спит. Биоробот. Чего говоришь? Опытный образец. В Москве сделали, по регионам рассылают. Записывай, розовых 34. Угу. Ты представляешь, она мне говорит, где сдача? 29 штук запиши. Угу. Я ей говорю, откуда у меня может быть сдача? У меня никакой сдачи нет, потому что уже конец смены. Она, представляешь, вот так вот туда кинула корзинку. Я потом все по магазину разносила. Можешь себе представить, гадина какая? Слушай, а ты магазин-то закрыла? Конечно, закрыла. Слушай, пойдешь, я посмотрю, что там? Нет. Ты что? Когда в Федьке магазин ограбили, ты знаешь, что было? Так, ну, натузили продавщицу, что она потом целый месяц в больнице лежала. Ты что?
Да ладно уж, может, показать. Не-не-не-не. Пойдем звонить, пойдем скорее, скорее. Пойдем, бегом. Ну? А мы вот так. Вам мат, герр профессор. Стоп. Подожди. Секундочку. Как этот кусок сюда попал? Как этот слон сюда попал? Это слон. Слон так не ходит. Ага. Я знаю, как ходит слон. Да. Но это королева. Чего? Вот. Ну-ка скажи. Миш, скажи, это же королева. Я не уверен. Чего ты не уверен-то? Да ничего. Это слон. Может быть, у тебя две королевы? А? Да, а что, у нормального человека не может быть двух королев? Может, а? Но если ты провел пешку. Ой, какой ты скучный, Андрей, да, с тобой да, трудно. Да. Ребята, вы тоскливы, как наша новая столоначальница. Не тронь. У вас все по разнарядке. Ну. Королева одна штука, обед в три, коня два. А с тобой я после этого вообще разговаривать не буду. Поклоним, джентльмены. Там продуктовые на коллекторной ограбили. Поехали, братцы. Проигрывать уметь надо. Жулик. О, товарищ майор. Здравия желаю. Угу. Магазин грабанули. Только можно мне не ехать? А то у меня осведомитель важный активизировался. Встретиться нужно. Ну, хорошо. О, спасибо. Тогда я поеду. Здравия желаю, товарищ майор. Мы пока не входили. Добрый вечер. Молодцы, что пока не входили. Так закрыто же. Может, откроем? Откроем. Прошу. Держи. Пойдем. Мальчик, ты что здесь делаешь? А вы бандиты или полицейские? Из полиции. Тебя как зовут? Это не важно. А хотите шоколадку? Ну или колбасу. Или вот зефир, который греется на батарее. Когда он теплый, он вкуснее. Капитан! Там пусто. Полюбуйтесь. Добрый вечер. Здрасте. Проверьте, нет ли сообщников. Мало ли, может, братья, сестры. Все щели. Габарит, сами понимаете. Есть. Миша! Ну-ка, вылезай оттуда. С колбасой? Быстро. Ну, что ты здесь делаешь? Кто вызывал-то? Там кто-то есть. Ага. Тихо! Спокойно. Мы из полиции. Спокойно. Вы бандитов поймали? Да. Давайте. Успокойтесь, мы поймали бандитов. Могу вам показать? Да. Очень опасный рецидивист. Специалист по шоколаду. Пойдем, покажу вам. Нет. Пойдем. Я не пойду, Лена. Я не пойду. Доброй ночи.
Ты зачем так его ударил? Так получилось, Павел Александрович. Он же первый. Он сутки не приходит в себя? Слушайте, может, ему врача вызвать? Давайте подождем, Павел Александрович. Я... Ты больше его не бей. Понял меня? Понял, Павел Александрович. Ладно, как придет в себя, позвоните. Да, я сделаем. Наверху. Так. Давай, ешь. И рассказывай, как ты в магазине у нас оказался? И кто ты вообще такой? А вы тут работаете? Да, в инспекции по делам несовершеннолетних. Я когда вырасту, тоже в полицию пойду. Ну или в банду. Я пока не решил. Ну, чтобы в полицию попасть, надо же тесты специальные сдать. Это задания такие. Я знаю. Да я все пройду. Я же умный. Да? А давай проверим. Давайте. Тест первый. Допустим, тебя закинули в наш Речинск на спецзадание. Да. Ты спецзадание выполнил, и тебе нужно добираться домой самым кратчайшим путем. Как добираться будешь? Да легко. Я же в ваш Речинск в этот же день попал. Так. Ну и обратно точно таким же путем. Давайте следующий тест. Хорошо. Тебе нужно перечислить как можно больше своих родственников. Давай-ка называй. Да пожалуйста. Дедушка. Угу. Бабушка. Угу. Двоюродная сестра. Тетя Оля. Дядя Петя и папа. А папу как зовут? Надо же по именам. Не, может там еще и фамилию сказать? Ну, можно бы было и фамилию. Не, а можно чаю? Я вам русским языком отвечаю. Я здесь ни при чем. Как наш подозреваемый? Говорит, что не причастен. Послушайте, Лесовой. Мы тут с вами не шутки шутим. Ваша знакомая была убита, а перед этим изнасилована. А на теле убитой найдены частички спермы насильника. Я все это слышал. Они мне все это рассказали. Что вы хотите от меня? Чтобы я сдал анализы? Так я готов. Только предупреждаю вас. Пусть они выйдут. При них я не могу. А вы можете остаться. Так вы еще и хам. Мне кажется, вы не до конца понимаете, как вы влипли. У нас есть показания, что вы ухаживали за Марией Шкапенко и раз за разом получали отказ. Ага, пришел, очередной раз получил отказ, убил, изнасиловал. Ну что за бред? У нас с Машей был бурный роман. Зачем мне ее насиловать, если и так у нас все на мази? Хорошо, где вы были сегодня с 7 до 8 вечера? Дома я был, дома, после работы пришел. Вас кто-нибудь увидел? Кто-то может это подтвердить? Да кто меня увидит? Я один живу. Послушайте, я ее не насиловал. Тем более не убивал. Вы лучше муженька ее проверьте, Гришку. Вот он с башкой не дружит. Уведите его. Что значит уведите? Куда? Туда. В обезьяннике у нас переночуешь. Слушайте, я домой хочу. Мне, между прочим, завтра на работу. Выспаться надо. Пойдем. Не похож этот Лесовой на убийцу. Да. Наглый, самодовольный, мерзкий тип. Но это не преступление. Ну да. Но все-таки надо его проверить. Пусть анализы сдаст. Ну так что, фамилию скажешь? Mm-mm.
Вы мне лучше расскажите чего-нибудь. Чего? Ну, например... Например, как бандитов ловите. Ой, я лучше тебе одну историю расскажу. Про бандитов? Ну, почему сразу про бандитов? Про девушку. Она преступница? Нет, не преступница. Блондинка, брюнетка? Блондинка. В общем, жила одна девушка и вышла она замуж. Очень ей хотелось ребеночка. Но ребеночка у нее никак не получалось. Это почему? Потому что для этого надо загадать желание. Вдвоем. Вот твои родители загадали такое желание? Ты и появилась. Тетя Нин, история у вас какая-то не очень примитивная для маленьких, а я большой. Зато жизненная. Но сейчас какой-нибудь взрослый тебе расскажу. Фамилия-то как? Сейчас услышишь еще одну историю. Мама! Мама! Что Мама! Такое? Что? Что, моя хорошая? Маму украли плохие дяди. Да нет. Просто тебе плохой сон приснился. Тогда где мама? Мама на работе. Скоро придет. Ложись. Ложись носом к стенке, а я с тобой посижу. Пусть мама быстрее придет. Спи. Что вы тут расшумелись? Катя, приснился плохой сон. Иди ложись, а я к тебе сейчас приду. Спи. Алло, с вами разговаривает шеф полиции. Что? Держите, высылаю ОМОН. Выезжаем. Вы что сидите? Действительно, а что это я сижу? Разрешите идти? Да, да. Алло, да выезжают. Давай, ненадолго. Присядьте сюда. Может быть, вы все-таки объясните, что происходит? Зачем нас среди ночи подняли, привезли сюда? Майор Фомина объяснил. Садись. Присядьте. Слушай, Вадим. Да. Покороли моего, пожалуйста. Пойду доложу. Хорошо, только быстро. Вот так, видишь? Бурный роман. Товарищ майор, я мужа убитой доставил. Ждет допроса. Проверим вторую версию? Да. Саня, а ты где? Да здесь я. Привет. Так, знакомьтесь, это Виталик. Привет. Это Саша. Нет. Посидите, ладно? Че, детский сад тут? Присмотри, хорошо? Дай посмотреть. А, да, она не рабочая. Привет. А, здорово. Я Виталий Шкапенко. Представляешь, я приехал с папой на полицейской машине. Мы ехали, а у нее такие что классные забыла? Мигалки. А, у тебя папа что, полицейский? Нет. Он днем отсыпается, а ночью бандитов сторожит. А, у меня папа тоже иногда днем спит. Вообще у меня этот, фельдшер. Фельдшер? Ну да. А что он делает?
Он помощник главного врача, работает в Ежовской больнице. Мы там живем недалеко. Дай посмотреть дубинку. На, держи. Вау, классная. Я знаю, что вы спите. Я тоже спать хочу. Поэтому давайте не будем терять время, и вы мне скажете, не поступало ли в пос... Я узнала, кто Сашин отец и где он работает. Доброй ночи. Ну ты, Нинк, моща. Не прошло и суток. Как убили? Как это произошло? Следов взлома в квартире нет. Ничего не украдено. Следовательно, убийцу Мария хорошо знала, доверяла ему и впустила его сама. Как вы думаете, кто это мог быть? А что тут думать-то? Это же этот слесарь. Механик из мастерской. Вот подонок. Это он больше некому. Почему вы так считаете? У них с Машей был роман. Мы поэтому и расстались. Вы сказали, что виделись с Марией. А в котором часу вышли из квартиры? Ну, вечером. Часов 5. И поехали в деревню сразу? Да. А вы все время были в деревне? Кто-то может это подтвердить? Да кто угодно. Погодите, вы... Вы что, меня, что ли, подозреваете? Бред! Вы с ума посходили, что ли? Спокойно, спокойно. Ведь это же он убил, все понятно. Подонок этот. И все же, сколько времени занимает дорога от дома Марии до деревни? Где-то час. То есть к 7 часам вы запросто могли вернуться к Марии? Зачем мне ездить туда-сюда? Зачем мне вообще ее убивать? Вы не платили алименты около года. И вас ждало судебное разбирательство. Да какое судебное разбирательство? Маша была в курсе всего, что со мной происходит. В какой сейчас ситуации? У нас, между прочим, были нормальные отношения, несмотря ни на что. Скажите, пожалуйста, а вы не ссорились сегодня? Нет. Я просто приехал, забрал Виталика и уехал. Странно. А у нас есть сведения, что вы ссорились все-таки? Может, вы громко разговаривали, когда прощались? У меня нет привычки перекрикиваться в подъезде. Ну, хорошо. А что конкретно вы сказали, когда расставались? Да что, все как обычно. Хотя нет. Маша нас догнала и попросила позвонить мастеру по стиральным машинкам. У меня есть один знакомый, а у нее как раз машинка сломалась. Я... Пообещал, и мы с Виталькой ушли. Договорились с мастером? Забыл. Как-то из головы выскочил. Спасибо вам большое. Я там что-нибудь должен за магазин? Нет, могу заплатить? Нет, ничего не стоит. Вы лучше за сыном присматривайте. Теперь с него глаз не спущу. Ну что, пойдем уже? Дети. Давай. Пока. Пока. Пока, тетя Нин. Счастливо. Я, если что, заходить буду. Ну, конечно. Куда уж мы теперь без тебя? Пойдем. Спасибо. Пошли. До свидания. Счастливо. Пойдем, пойдем. Ну? Что скажете, господин сыщик? Не нравится мне. Не нравится он мне. Ни механик, ни муж. Не нравится. Разрешите? Входите. Вот как только с меня сняли нагрузку по работе с малолетками, дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Спасибо. Пожалуйста. У меня для вас есть две плохих новости. Давай выкладывай. Новость раз. По предварительным данным экспертизы, сперма на убитой не принадлежит Матвею Лисовому. Угу. Новость 2. По предварительным данным той же экспертизы, она не принадлежит Григорию Шкапенко. Плакали ваши мотивы?
Ну, в таком случае, товарищ майор, я поздравляю вас с первым глухарем. А я присоединяюсь. Очень смешно. А с Виталиком Шкапенко кто-нибудь разговаривал? Я разговаривал. Подтверждает слова отца. Никакой ссоры между родителями не было. Угу. Получается, сосед все-таки врет. Это подозрительно. Ну, для обвинения как-то мало. А где у нас Остапов? Остапов как раз этим соседом занимается. Андрюш, разрешите? О, легок на помине. Ну, что-нибудь удалось накопать на соседа убитый? Ну, во-первых, я узнал запах. Так. Я говорил, что у меня аллергия на резкий запах. Вот, например, год назад Нина мне подарила туалетную воду. Нет, запах может быть хороший, а у меня аллергия. Товарищ капитан, какое это имеет отношение? Да самое прямое. Помните, я чихал в квартире убитой Марии Шкапенко? Вот точно такой же запах был в квартире Коняева, соседа. То есть Коняев был сегодня в квартире Шкапенко. Следы-то он замел, а запах остался. Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, Коняев раньше работал мастером по ремонту бытовой техники. Ну, что ты хочешь сказать? Что, он форму оставил? Типа на память? Вполне может быть. И потом узнал, что Мария ждет мастера, надел эту форму, пришел и убил ее. Мотив. А мотив выясним на месте. Поехали. Кто там? Полиция. Мы хотим вам пару вопросов задать по поводу вчерашнего убийства. Раньше-то не могли прийти? У вас тут целая бригада. Гражданин Коняев, вы вчера сказали, что слышали, как супруги Шкапенко ссорились. А что было причиной ссоры? Что конкретно они выкрикивали? Ну, вы даете. Я и повторить такого не могу. Что обычно кричат, когда ругаются люди, а? Уважаемый, мы войдем, ладно? А это зачем? Затем, что никакой ссоры не было, и мы хотим понять, почему вы нам врете. Это преследуется по закону. Вам понятно? Дамы, вперед. Тем более она майор. Рудаков где? Господи, за что мне это? Здорово, бабуль. Здрасте. С утра сидишь? Да, с утра сижу. А что такого? А ты кто такой будешь? Ходишь тут и вопросы разные задаешь. А чего это? Я. Да, похож. Но так бы и сразу сказал, что ты кого-то конкретно ищешь. Сосед ваш из 8-й квартиры, Коняев фамилия. Ну да, знаю такого. Вчера с 7 до 8 не уходил? С 7 до 8? Да, я здесь сидела. Нет, не выходил. А вот ближе к 9 часам я уже домой собиралась уходить. Смотрю, Коняев вышел с сумкой. Сумку тащит. Большая такая сумка. Точно Коняев был? Да, Коняев. Куда потащил сумку? А вот потащил он ее к помойке. Выкинул и обратно вернулся. А где помойка-то у вас, бабуль? Так вон там. За желтеньким домиком наша помойка. Спасибо. Да на здоровье. Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Вот видите, товарищ майор, я не шутил. Я пойду осмотрюсь. Может быть, вы нам расскажете, почему вы придумали ссору, которой не было? Было-не было, я не помню. Может быть, мне это все послышалось. А у нас есть показания, что вы все отлично видели и слышали. Вот, товарищ майор. Я не пожалуйста, понимаю. Пожалуйста, под матрасом нашел. Мразь. Это чье? Это не мое. Это не мои вещи. Я не знаю, где вы их нашли. На какой помойке? Да вот, на ближайшей помойке нашли. Здесь.
Ты не юли, у меня свидетель имеется, который видел, как ты это выносил вчера. Значит так, товарищ Коняев. Сейчас вы отправитесь с нами в отделение, у вас возьмут анализ крови, вещи отправятся на экспертизу. Тем более, что на жертве остались следы убийцы. Я никуда не поеду! Это и незаконно! Сядь. Где понятые? Понятые, где хотят, да? Ордер! Рот закрой! Понял? Ордер тебе, да? Заткнись, понял? Нет. Подожди, Вадик! Я тебе никуда не повезу! Я сейчас все ее мужу расскажу, кто его жену изнасиловал и убил. А он мужик горячий. Я ты не понимаю, я долго не протянешь. Я не знаю, вы подожди, не имеете права. Он убийца, он убил. Товарищ старший лейтенант, что творите? Подождите. Оружие убери. Минуту, товарищ майор. Я тебе сейчас без суда и следствия. Да, ну, убери руки, Вадик. Он убийца, вы что, не видите? Дальше, не мешайте мне работать. Нет, я тебя грохну. У меня полстра свидетелей. Не стреляйте, я не хотел. Я не хотел ее убивать. Вы не понимаете. Я любил ее давно. Я ее ресторан звал. Она смеялась надо мной! Она со своим механиком! Если бы она со мной была, я бы ее озолотил бы! Я случайно услышал, что она ждет ремонтника, и у меня были вещи подходящие. Вот я и вот я не хотел. Явку давай пиши с повинной. Убил ты ее зачем? Убил зачем, а? Я испугался, офицер, что она расскажет. В следующий раз действуйте по закону. Так точно, товарищ майор. Я тебя все равно кончу. Понял? Слав! Слав, подъем! Ты чего? Полковник очнулся. Пошли. Шеф по тебе соскучился. Поднимай его. Ну, добрый вечер. Или с добрым утром. Завтракать будешь или ужинать? Ничего не хочу, мам. Устала, как собака. Даже дышать не могу.